Имбецилы, я приготовил для вас наглядный урок. Он называется «Что будет, если отвлекать меня от разговоров с любимой женой?» Ой, шеф, попробуйте, это съедобно. Шеф, а где у нас лежат оливки? А мы кухню сожгли. Шеф, а у нас в зале инспектор Мишлен. Вот единственный повод, по которому вы можете меня отвлечь. То вы должны трижды проверить, что это действительно он. Все ясно? По всем вопросам обращайтесь к нему. Он ваш шеф. Леночка, а я приглашаю тебя в ресторан.